Лиза, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, какая по счету выставка у вас персональная? Ну, уже четвертая. Четвертая, и все в нашем городе? Ну, одна была в Питере. Ну, у вас ведь еще и сборные, да? Да, я помню, сборная. Кажется, в Ельцин-центре да, видела. Да, в Ельцин-центре была, еще летом будет в Ельцин-центре персональная. Ну, сборные еще были на Базаре в Москве. Вот, из таких более шумных. Вот, я думаю, людей было. Не отворачивайтесь, а то вас будет не слышно. Так, ну рассказывайте, почему женщины? Это что-то такое к празднику. Ну, не только про праздник, конечно. Просто очень долгое время я ходила на разные наброски, которые проводили в нашем городе. У нас есть такие маленькие сообщества людей, которые собираются в разных барах, на разных площадках и рисуют женщин. То есть там люди, в основном даже сами, которые и рисуют, и, ну, и позируют, чтобы люди как-то смотрели, учились, что-то новое пробовали. Вот. И, конечно, очень много народу разного было. И мне было интересно запечатлеть не только вот стандартные какие-то позы, там, стоя, сидя, ну, знаете, такие общепринятые, а именно момент, когда человек уже не в статичном нахождение, а он в эмоции, то есть уже переходит, то есть он становится не просто фигурой, статуей, а он становится живым. Вот. И это было неважно именно запечатлеть у женщин, потому что очень часто женщины как раз таки пытаются преподнести какую-то фигуру, образ, то есть соответствовать чему-то. И вот эти маленькие секунды, когда женщины становятся по-настоящему радостные, злобные, возможно, как-то смеются. И мне хочется вот именно это оставить. Но я вижу, у вас даже какие-то метаморфозы уже с ними происходят, да? То есть они в кого-то превращаются в процессе. Это то, с чем вы их, с кем вы их ассоциируете, да, Ванесса? Да, ну, это, конечно, образ, который приходит через меня. Я все равно не могу прям досконально знать человека, 100%. Но мне хочется хотя бы на секунду понять другого человека через эти работы. Пусть не полностью, но отобразить через свое восприятие. Ну, и немножечко про себя расскажите. Когда вы начали рисовать? Где вы, может быть, учились? Ну, прям капельку, а то мало кто знает. Я уже рисую достаточно давно, по времени. Ну, это, мне кажется, у всех художников, что какой-то путь все равно проходит. Но прямо то, что участие в выставках, какая-то художественная карьера 3 года назад началась. Вот. Училась я на ландшафтного дизайнера, закончила. В архитектурном? В Ургау здесь. Ну, это архитектурная академия. Да. Угу. Ну, и последний вопросик небольшой. Ну, я просто почему-то уверена, что всех заинтересует, почему у вас такой псевдоним. Ну, из-за того, что у меня была практика в полях, и я работала на поле, ну, так, подрабатывала летом. Ну, да, все равно это и весело, интересно, и все равно были деньги. И была там собака. Когда мы копали картошку, то она бежала и вместе с нами прям откапывала. И то есть для меня это как символ откапывания идей. То есть собака, которая откапывает от целеустремленно, что ей может и не принадлежать, но это все равно ее. Вот. Поэтому такое все. Спасибо. Поздравляю вас с выставкой. Спасибо.